Пластилин – это то, из чего лепят, чтобы лепить поделки. Такое слепленное, как тесто, но им можно лепить, и оно несъедобное. Чтобы лепить всякие фигурки там. И в него можно лепить. Чтобы делать интересные фигурки. Он мягкий и твердый, когда его с первого привез. Мы когда что-то там лепим, там колобка, там еще что-нибудь, чтобы там лепили и вместо, ну, там игр на занятия такие ходили. Лепили там что-то, зайчиков.